Здравствуйте, друзья! И в этом видео я хочу вам показать две модели, которые я получил после реставрации. Это модели уже российского производства. Они были выпущены где-то в начале 2000-х годов. И это модели ВАЗ-2109 и ВАЗ-2199. Обе модели были в целом в хорошем состоянии. У меня есть видео 99-й модели до ее реставрации. Сама модель была покрашена в темно-синий цвет, но имела дефекты на кузове. На дверях были очень большие выбоины, которые мне удалось заделать. А модель ВАЗ-2109, она была, в принципе, такого же вишневого цвета, но у нее были проблемы с покраской, и весь кузов модели, он был в трещинах. И сначала мне казалось, что эта модель была подвержена чуме, но после снятия краски оказалось, что кузов модели в хорошем состоянии, он крепкий, и просто это был дефект покраски. Ну, я считаю, что данные цвета больше подходят этим моделям. Как видите, модели имеют разные колесные диски. Модель 99 имеет открывающийся капот, в то время как 9 имеет открывающиеся передние двери, крышку багажника и капот. В целом модели выполнены очень грубо, очень плохо обработаны, уже изношена пресс-форма. Как видите, очень большие зазоры, также криво установленные элементы. Я пытался их исправить, но все равно сами стекла, их уже не исправишь, они все равно будут стоять криво, поэтому это лучшее, что я мог сделать при сборке данных моделей. И это был обзор двух моделей от российского производителя. Всем спасибо за внимание и увидимся в следующем видео.